Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики! В сегодняшнем видео мы с вами будем готовить курицу. Будем ее готовить в микроволновке. Потребуется нам это, ну, минут, наверное, 40. И я делаю очень быстро, и вот сейчас я вам покажу. Размороженную курочку мы помещаем в целлофановый пакет. Ну, не целлофановый, а для пакета. Пакет этот специально для запекания. Я ничего не буду не солить. Я вот имею такую приправку универсальную, пристрастилась. В эту приправку я засыпаю курочку. Сейчас мы ее обмажем все этой приправой. Вот мы курочку нашу уже обсыпали приправой, положили пакет для запекания. Никаких я дырочек вот не делаю, как вот обычно говорят, там проткнуть пакетик. Я просто вот здесь вот, ну, как бы неплотно остается, у меня там палец пролезает, оставляю в таком виде курочку. И сейчас мы ее поместим в нашу микроволновку. Микроволновку я сейчас вам покажу, на какой режим поставлю. Вот тут у меня уже подставочка специальная. На подставочку я курочку нашу кладу. Вот мы поставили курочку. Нажимаем на СВЧ конвенции. Я выставляю сначала, ну вот где-то 26 минут. И мы на старт. Вот наша там курочка начинает крутиться. Потом, когда закончится 25 минут, я курочку нашу переверну на спинку кверху. Вот мы нашу курочку достали. Видите, она уже тут на подносе лежит другой стороной. Мы ее перевернули на спинку грудкой вверх. Так же, как я вам уже говорила, 20 минут она еще пожарилась. И теперь мы ее вынимаем из пакета для запекания. И сейчас в нашу тарелочку ее переложим. Вот такая у нас румяная, аппетитная курочка получилась. Перед подачей на стол можно ее украсить зеленью. Вот именно золотистый цвет ей придает, ну, вот эта приправа, которую я вам показывала. Вот 40 минут с небольшим, и курочка готова. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь, ставьте лайки. До встречи!